Опасный газ. Спасатели бьют тревогу. Люди перестали соблюдать правила безопасности при использовании газовых баллонов в бытовых условиях. Вместе с тем, именно баллоны с газом месяц назад стали причиной взрыва в Киеве, разрушив целое здание. В Харькове такой же взрыв унес жизнь 4 человек. Беда чуть не случилась и с мариупольцами. Подробнее в сюжете Илоны Скрипник.